Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня со студии ТБН города Сиэтл. Сегодня я хочу показать важный принцип жизни. Это необходимость внутренней безопасности. Поскольку залог внутренней безопасности делает человека открытым, во-первых. И таким образом, чем более искренним вы становитесь, тем в большей мере люди будут доверять вам. Их же открытость в свою очередь, поднимает дух других участников, и возникает таким образом общая творческая эмпатия, позволяющая глубже понимать друг друга. Залог внутренней безопасности дает уверенность также делегировать власть. Вспомним Саула, к примеру, почему он потерпел поражение. Если бы он только доверил продолжение своего дела Давида, он мог бы остаться в истории как пример лидера, который не только успешен на стартовой полосе, но и на финишной. Но что помешало ему? Его уязвимость породила недоверие. Такая позиция утверждает, что чей-то успех ⁇ это мой личный провал. Победить означает побить. То есть только один получает вознаграждение. Всем не хватит. Людям такого типа очень тяжело делиться признанием, вознаграждением за работу даже с теми, кто участвовал с ними в работе. Им сложно искренне радоваться чему-то успеху, особенно успеху близких и друзей, так как они чувствуют себя обделенными, обманутыми, обворованными. Чувство значимости эти люди получают от сравнения себя с другими, и чей-то успех угрожает их значимости. На словах люди такого типа могут превозносить чужие достижения, не задумываясь, что этим ухудшает свое положение. Человек, который так поступает, в первую очередь не уважает самого себя и тем внутренне себя убивает. Следовательно, такая позиция, она порочна. Так вот, если вы хотите научиться работать с людьми, нужно признать факт что мы все видим и воспринимаем этот мир по-разному. Если я думаю, что только я могу объективно воспринимать, я никогда не смогу взаимосотрудничать. Дело в том, что не будучи уверены в себе, мы начинаем принимать любое разнообразие как конфронтацию в наш адрес. Однако схожесть не есть согласие, однообразие не есть единство. Единство и согласие достигается, когда люди взаимно дополняют друг друга, а не когда они одинаковы. Схожесть, друзья, она лишена творчества и попросту скучна. Так вот, как только человек почувствует, что вы его понимаете, высвобождается психологический кислород, необходимый для доверия и взаимопонимания, тогда вся атмосфера меняется. Итак, сначала старайтесь понять, потом быть понятым. И в свою очередь результат понимания ⁇ это команда преданных людей. Творческая энергия всех направлена на главную цель. Тебе люди платят уважением и доверием. Почему? Потому что однажды, когда все, то есть социальное зеркало тянуло их вниз, ты их побуждал подниматься вверх. Потому что верил в них. А почему верил? Да потому что понял их. Таким образом, энергия, надежда, оптимизм стали следствием высоких ожиданий по отношению к ним. Итак, какой урок мы можем извлечь из этого? Чтобы начать путешествие, повинуясь Духу Божьему, открытие творчества, необходим высочайший уровень внутренней безопасности, который можно только приобрести, уединившись на коленях с Богом. Когда вы обладаете большой внутренней безопасностью, тогда вы способны поддерживать внутреннюю синергию, даже находясь во враждебном окружении. Да поможет вам Господь достичь своей цели. Благословение, друзья!